понимаешь, что значит быть охотником. Азарт преследования, радость попадания. Вот что доставляет мне удовольствие. Ты можешь научить меня охотиться? Честно говоря, из меня не очень хороший наставник. Я из тех, кто опирается на инстинкт. Тебе нужен Луис, он обучил меня. Спроси его. Значит, Луис? Эй, ты! Ну? Никаких проблем сегодня? Нет. А должны быть? Нет. Наверное, быть охранником – это весело. Не особенно. Что ты тут охраняешь на болоте-то? Мух, вонь, Дона. Дона? Там, в храме. А мой пост тут, в болоте. Похоже, важная работа. От чего тут вообще нужно что-то охранять? А ты их не видел, что ли? Кого не видел? Этих тварей. Твари? Твари из развалин. Развалины тут повсюду. Я про те, что из земли вылезли. Везде, где холмы на земле. Это там эти твари? Ну да. Повсюду вокруг места раскопок посреди болота. И? Они меня пугают. Почему? Они мерзкие. Ага. У тебя не бывает проблем с местными? С местными? Если они устраивают проблемы, им можно просто отвесить пинка. А разговаривать с ними не пробовал? Кто тут главный? Дон. Кто? Дон. Точно. Где Дон? В храме. Он там молится, что ли? Ха! Ну так и что он там делает? Старается не вылезать сюда. А ты немногословен. О чем мне с тобой разговаривать? Я тебя даже не знаю. От тебя ничего толкового и пытками не добьешься. Поэтому я считаюсь хорошим охранником. Ты, наверное, очень способный, раз стал охранником. Я умею драться, а еще знаю, как стрелять из арбалета. Ты можешь обучить меня? Стрелять из арбалета? Хорошо, но готовься платить. Ладно. Попробуем такой вопрос. Расскажи еще про этих тварей. Ну, тех, что вокруг места раскопок. Они мерзкие, большие, на насекомых похожие. Если б только кто-нибудь от них избавился. Ну, я бы мог. За деньги. Скажем, 30 золотых. 30 золотых? Да, готов отдать столько за избавление от этих мерзких тварей. Можешь доставать золото. Я скоро за ним вернусь. Вот так. Ха!
здесь что-то есть. Ненавижу этих тварей! Ты снова ищешь драки? Все сделано. Можешь больше не беспокоиться из-за этих тварей вокруг места раскопок. Ты их убил? Отлично. На 30 золотых договаривались, да? Это того стоит. Спасибо. Приятно было поболтать. Точно. Буду ждать следующей встречи. Что тебе нужно? Судя по твоему виду, ты на своем веку немало повидал. Ну, знаешь, я хвастаться не люблю, но черепушек и вправду немало пробито. Здесь, если ты хочешь есть, тебе придется работать. Хочешь халявы? Вали к белым мантиям в монастырь. Они тебя на халяву на раскопки отвезут. И держи свои лапы подальше от чужого добра, пока находишься здесь, а то их лишишься. Нужно? Ты на меня смотрел? Я здесь недавно. Не знаю, кто есть кто. Если ты не знаешь, что я лучший боец в лагере, значит, ты здесь еще так недавно, что и разговаривать с тобой нет смысла. Ничего нового для тебя. Эй, ты! Я тебя раньше не видел. Ты кто такой? Свежий молодой человек, жаждущий испытать азарт бандитской жизни? Может быть. Даже не придумаю, зачем еще ты мог сюда прийти. В городе полно теплых пивных и манящих борделей. В монастыре еда и промывка мозгов. Ты местный дровосек? Если я рублю дрова, еще не значит, что я дровосек. Я, в общем-то, охотник. Мы с парнями обеспечиваем лагерь мясом. Значит, ты начальник охотников? Обычно так и есть. Но, как видишь, тут нарисовалась срочная работа по рубке дров. Так что сейчас мои охотники носятся без главного, как дикие духи. Может, тебе кого-нибудь найти, рубить дрова вместо себя? Поверь мне, я бы с радостью. Но Брогар на мне живого места не оставит, если я дрова так оставлю.
Брогар? Один из командиров Дона, начальник бойцов. Человек, скажем, влиятельный и целеустремленный. А ты его личный дровосек, получается? За грехи мои. Почему он заставляет тебя этим заниматься? Я с ним связался, а теперь приходится расплачиваться. Мы тут все живем по законам Брогара. По законам Брогара? А не Дона? Дон хочет, чтобы я охотился. А Брогару нужен запас дров. Угадай, кто тут на самом деле всем правит? А почему ты не выступишь против Брогара? Хочешь сказать, против всех его бойцов? И что, все его боятся? Ты определенно его не встречал еще. Сам все поймешь. Вон он, там. Иди и познакомься с ним. Сам потом решишь, стоит ли против него выступать. Можешь научить меня охотиться? Это уж всяко лучше, чем дрова колоть. Я все больше думаю об охоте. Ты пришел по адресу. Не сомневаюсь, что у тебя полно дел. Как мне стать одним из людей Дона? Сначала выслушай, что я тебе скажу. Дон – могущественный человек. Ну, был им. Все время, что мы тут в болоте болтаемся, он прячется в том храме. Несколько недель уже не выходил. Его жена Рэйчел пытается управлять лагерем. Если хочешь увидеть Дона, нужно произвести впечатление на нее. Рэйчел. Ясно. Однако, прежде чем ты кинешься к ней, тебе нужно знать. Брогар. Ты учишься. Почему я не могу пойти и поговорить лично с Доном? Если ты не сможешь склонить на свою сторону Рэйчел, может, сможешь прокрасться мимо охранника у храма? Может быть. Похоже, стоит попробовать. Ну да, только это непросто. Может быть, лучше будет попытать счастье с Рэйчел? Эй, ты! Заблудился, да? Не беспокойся, я позабочусь о тебе. Кто ты? Крейг. И если хочешь золото, я тот, кто тебе нужен. Твоя работа – распределять богатство? Именно так. Я принимаю ставки. Ты даешь мне золото и получаешь возможность удвоить его. Какие предлагаешь условия? Ага. Заинтересовался? Слушай сюда, я разъясню. Ты даешь мне сумму золотом. Если выигрываешь, она удваивается. А если я проиграю? Никаких проигравших. Участник всегда может отыграться в будущем. Я просто сохраню твое золото, пока ты не захочешь снова попытать счастье. Какие гарантии, что ты заплатишь мне выигрыш? О, ты сомневаешься во мне? Обижаешь. Если бы я не был честен, то не продержался бы здесь и 2 минут. Как заключать пари? О, нет ничего проще. Мы принимаем любые ставки. Кто же станет следующим бедолагой, которого сожрет тварь из болота? Или следующим победителем на арене? Как угодно. Можешь даже поставить сам на себя, если захочешь выйти на арену. Люди сражаются за золото? Ничего удивительного. Люди сражаются за золото с начала времен. Есть небольшая арена к западу отсюда. Там все и происходит. Держу пари, на тебя можно ставить. Ты выглядишь крепким парнем. Расскажи мне об арене. Все довольно мирно. Всего лишь несколько синяков и сломанные ноги. Убивать никого не будут. Там мы тренируемся и проверяем себя. Когда захочешь драться, просто вызови одного из бойцов. Если он примет вызов, то выйдет с тобой на арену. Бой начинается, когда оба добровольца выходят на арену с оружием наготове. Первый, кто упадет, считается побежденным. Достаточно ясно.
Кто из бойцов лучший? Судя по последним схваткам, Рикардо позади всех. Лоренцо тоже уже не так силен. Раньше был неплох, теперь немного сдает. Я бы сказал, наверное, Доминго лучший на сегодняшний день. Не люблю лица, которые мне не знакомы. А у тебя мордашка ничего. Немножко припудрить, и хоть сейчас в бордель. Откуда ты знаешь, что я тут недавно? Кожа чистая, взгляд глупый. Ты же не первый тут. В этом храме куча золота. И дураки на нее слетаются, как мухи на дерьмо. Только никто тут не захочет поделиться с тобой своей долей золота Дона. А где Дон взял все это золото? Видишь тот храм? Мы его заняли. И знаешь что? Там было полно золота и всяких артефактов. Теперь там стража, огр и мы кругом. Храмы есть по всему острову, так что шел бы ты искать себе собственный. Просто приходишь и забираешь золото из развалин храма? Да, все просто. Давай, попробуй. Сразу увидишь, как эти твари вылезают из развалин. Чтобы добраться до блестяшек, придется их побить всех. Что, очередной бродяга в поисках приюта? Или искатель приключений в поисках золота? Так или иначе, лишний рот в лагере сдается мне. Ты тут готовишь? Помимо всего прочего, в наше время нужно уметь приспосабливаться. Сегодня у тебя в руке меч, а завтра это может быть поварешка. Мне нравится готовить, это успокаивает. Если можно считать готовкой варку дикого кабана с травкой брюгл. Прости, как грубо с моей стороны. Меня зовут Рэйчел. Вот, лишний рот. Бери мясо, только что приготовила. Как тут дела? Просто отлично. Не понимаю, почему мы из города в болото раньше не переехали? Инквизиция высасывает жизнь из города, а болото высасывает жизнь из нас. Мы все были близки когда-то. Все делили плоды своих трудов. Теперь все разваливается. А Эстебан в этом проклятом храме своем. Так что держать все под контролем приходится мне. Как ты думаешь, почему все так? Это все из-за развалин. Каждый спит и видит сокровища. Даже мой Эстебан. Все тут перерыто. Хотя я убеждена, что в лагерь возвращаются далеко не все находки. Эстебан раздает долю добычи всем рабочим. В этом смысле он честный человек. Но кое-кто все равно ищет способы утаить что-нибудь для себя. А кто, по-твоему, ворует? И что будет с вором, если его поймают? Умрет на месте. Эстебан такое не прощает. Да, похоже на то. Могу ли я помочь? Зачем это? Что ты хочешь сказать? Ленивые головорезы, мелкие жулики и комары кругом. Тебе-то это все к чему? Ты не думаешь, что Дон теряет контроль? Он... человек сложный. Когда Инквизиция захватила Харбор-таун, это ему нервов стоило, конечно. Все, что у нас есть, вот это место. А тут все очень непрочно, особенно сейчас. Мне явно ни к чему люди, от которых одни неприятности. Судя по всему, тебе не помешает помощь. Что если я попробую тебя выручить? Ты? Но зачем? Ладно,
Если ты действительно хочешь сунуться в этот улей, на здоровье. Помощь нам тут точно не помешает, поскольку успехов у нас пока никаких. Иди к начальникам лагеря и поспрашивай, какие у них проблемы. Думаю, поймешь быстро, что тут происходит. Возможно, мы сможем вычистить всю гниль, пока она не коснулась Эстебана. Мне нужно поговорить с Доном. Занимаю очередь. Я и сама подумываю, не встать ли у нее. Пока что можешь со мной поговорить. Я тут всем командую, пока Эстебан занят, а занят он всегда. Принято. Ты можешь помочь мне встретиться с ним? Нет. Слушай, ему нужно одиночество, чтобы подумать. Мне приходится всех отсылать, даже лучших друзей. С чего бы мне делать исключение для новоприбывшего? Ты хочешь сказать, с чего бы, кроме моей мужественной красоты? Ха, уж поверь, видала я получше. Ты к Дону не попадешь, если у тебя нет чего-то действительно важного. Мне тоже не нравится эта ситуация. Я его жена, и то его не вижу. Но он так пожелал, а у нас хватает неприятностей тут, чтобы не искать себе новых. О, вернулся, да? Чего тебе нужно теперь? Насчет лагеря. Говорят, тут не хватает еды. Тебе принести еще мясо? Так, наконец-то кто-то готов поработать. Да, мне нужны 10 кусков сырого мяса. Принесешь мясо, получишь немного золотых монеток. Я от золота никогда не отказываюсь. Так, и кто же тут в начальниках? Если ты сам не в состоянии это выяснить, какая от тебя может быть помощь, иди и поговори со всеми, сам всех найдешь. Поймешь, кто командует, а кто думает, что командует. Ты тут кузнец? Кузнец? Я похож на человека, который круглыми днями гнет подковы? Я ювелир. Мастер по олову и золоту. Специалист по благородным металлам. И мне не нужен подмастерье. Особенно такой, который не видит разницы между специалистом по металлам и простым кузнецом. А что, похож на подмастерье? Ну... Ты не похож на человека, у которого водятся деньги на покупки. Что тебе нужно? Тебе помощь не нужна? Я работу ищу. Никто здесь не ищет работу. Если кому что и надо, так это золото. И ты вроде такой же точно. Ты работаешь с золотом. С золотом и ни с чем иным. Сам видишь, это прибыльное дело, а? Ну, я бы на твоем месте не стал надеяться разбогатеть здесь. Каждая песчинка золота тут принадлежит Дону. Все отдают свое золото Дону? Все, кто ценит свое здоровье. Раз в месяц следует отдавать Дону его долю. И сколько он себе берет? Ты видишь здесь кого-нибудь при деньгах? Если эта грязь не считается местной валютой, то нет. Ты бы видел, сколько золота у него свалено в храме. Просто горы целые. Ха, по глазам вижу, о чем ты думаешь. Хочешь себе кусок отхапать, а? Эти мысли тебя до добра не доведут. А как мне увидеться с Доном? А зачем это тебе с ним видеться? Попробуй залезть на дерево перед храмом. Ближе к нему тебе не подобраться. Должен быть способ увидеться с Доном. Что-нибудь, что ему нужно.
Все, что не блестит, ему ни к черту. Не удивлюсь, если когда-нибудь он собственную жену в золото закатает. Тогда, может быть, ему нужно что-то золотое, чего у него нет. Мы нашли навершие рукояти меча. Прекрасное изделие. Принадлежало раньше одному командиру, который повздорил с огром. Найдешь клинок к этой рукояти, то он тебя может прямо в волосатую задницу расцеловать. Да какого хрена? Я сам готов буду сделать это. Я ищу новое оружие. Искать можешь, пока не надоест. А вот если заплатишь, все шансы его получить. И где мне найти клинок, который нужен Дону? Если верить историям, Огр утащил горе-командира в сторону тех развалин храма. Если там кто что и нашел, то никому и словом не обмолвился. Особенно если учесть, что обломки клинка покрыты золотом. Тут есть полудурок по имени Луис. Сдается мне, он что-то видел, но он полный кретин. Ну, собираешься восстановить меч для Дона? Если смогу найти все части. Без полного набора ни хрена не получится. У тебя нет заготовок мечей? Нет, только то, что видишь. У меня руда вся вышла. Если принесешь мне железные руды, я тебе заготовок понаделаю. Что можешь предложить? Я найду клинок для Дона. Если хочешь заняться его поисками, на здоровье. Но если хоть один кусочек зажмешь себе, хоть одну блестящую золотую крупинку, я об этом узнаю. У меня и в мыслях такого не было. Чего ты хочешь? Мне не нравится, что ты находишься здесь. Здесь поблизости есть место потренироваться перед битвой? Обычно я так не делаю, но я позанимаюсь с тобой, если хочешь. Никогда не повредит разузнать все получше, когда выходишь на поле битвы. Тебе случайно не попадался обломок клинка? Тот, который Оскар пытается собрать по кусочкам? Он хочет выковать меч для Дона, я полагаю. И? И у меня есть нужный обломок. Вообще-то Оскар пытался купить его у меня. Но он предложил недостаточно, поэтому я решил пока придержать его. Ты продашь мне осколок меча? Я бы продал его. Ох... Не меньше, чем за 100 золотых монет. Мне надо немного поразмыслить. По рукам. Я решил сражаться. На арене. Это я и хотел услышать. Молодец. Заставишь гордиться собой. Помни, как только один из вас коснется земли, бой окончен. Продолжать, когда твой противник на земле, нечестно, так? Дорого заплатишь, если нарушишь правила. Точно. Я хочу заключить сделку. Превосходно. На кого хочешь поставить? Я сражусь с Рикардо и выиграю. А, ну это не слишком тяжелая задача. Слабый соперник, победа не будет выдающейся.
Я вызываю тебя на бой на арене. Ты думаешь, если охранник так хилый? Ошибаешься. Что ж, ладно, ублюдок. Все, теперь пост не покину. Тут безопаснее. Ублюдок. На Рикардо дунешь, он и развалится. Поищи кого покрепче. Во, твой выигрыш. Ты вроде достойный противник. Может, сразимся на арене? Этого следовало ожидать. Подумай, здесь моя территория. Я даже ставлю сам на себя. Я хочу заключить сделку. Я вызываю на арену Лоренцо. А на это уже стоит посмотреть. Ты боец, да? Мой учитель дал мне хороший совет. Пойми, что тебе нравится, и сделай это своей работой. А что Дон собирается делать золотом? Инвестирует в болотные земли? Может, пока мы и вынуждены торчать тут. Но это же не навсегда. Эти психи верующие когда-нибудь смоются, и Харбортаун снова будет нашим. Вот тогда увидишь. Что Инквизиция делает в городе? Слушай, Миляга, а ты туп как навоз. Город им нужен только в качестве линии снабжения. Все дело в монастыре. Хрен их знает, что они там задумали. А тебе не кажется, что надо бы это выяснить? Если ты такой любопытный кретин, почему бы тебе не постучать к ним в дверь и не спросить? Посмотрим, останутся ли у тебя вопросы, когда они тебя загонят работать в развалины храма. Здесь живи, там умри. Знаешь, в океане полно прекрасных пустынных островов. А пойдем-ка, обсудим наши разногласия на арене. Показательный бой? А почему бы нет? Приятно будет выбраться из этого места. Thank you.
Пришло время драться. Ну, теперь ты будешь вежливее разговаривать. Да иди ты. Ну что, ты перебил всех тварей в развалинах? Что, не терпится на них поглядеть? Ну ладно. У нас тут рядом есть развалины храма. Поможешь мне справиться с тварями, что там живут. А взамен получишь долю золота. Я подумаю об этом. Ну ладно. Только быстро. Ты одолел его в честном бою. И победитель получает награду. Твой выигрыш. Кстати. Крейг устроил тотализатор. Он знает, что Эстебану это не нравится. Ведет в конечном итоге к ссорам. Может стать искрой, от которой все взорвется. Иди и скажи Крейгу, что я велела прекратить это, если ему не нужны неприятности. Бойцы устраивают состязания на арене. Ну, им надо куда-то выплескивать агрессию. Пусть они друг другу мозги вышибают. Нам же меньше проблем. Насчет лагеря. Вот, 10 кусков. Как договаривались. Спасибо. Хорошее мясо, надо сказать. Ты, похоже, не новичок в охоте. Вот твое золото. Похоже, охотой тут много не заработаешь, а? Или бери, или нет. Больше не дам. А тут вполне хватит, чтобы перекусить или выпить. Сам выбирай.